Украина открыла в Венгрии почетное консульство. Консульство в городе Шефак будет отвечать за области Зал, Веспрем и Шамоди. Его возглавит предприниматель Залтан Хорват. В венгерском городе Шефак открыли почетное консульство Украины. Его возглавил предприниматель Залтан Хорват. Об этом сообщила в Facebook посол Украины в Венгрии Любовь Непоп. Приятное и важное событие в развитии украинско-венгерских отношений. Сегодня, 7 ноября, вместе с уполномоченным министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии по вопросам связи с почетным консулом Дердим Шухой торжественно открыли почетное консульство Украины в городе Шафак. К его компетенции будут принадлежать области Зал, Веспрем и Шамоди, написала посол. Она также отметила, что вручила новому почетному консулу Украины Залтану Хорвату консульский патент и экзекватуру. Представитель торгово-промышленной палаты Венгрии Залтан Хорват является владельцем консалтинговой компании EastWest Mentor. Компания планирует расширять сотрудничество между бизнесом Украины и Венгрии в различных сферах. Отметим, 2 ноября завершил работу посол Венгрии в Украине Ирна Кешкинь. В конце октября Венгрия изменила название должности правительственного уполномоченного по Закарпатью. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi-korrespondent.net по материалам сайта newsgro.com.